стенах Рязанского государственного университета начала работу региональная научно-практическая конференция с международным участием организации сопровождения добровольческой деятельности по профилактике наркомании среди молодежи. Также на конференции присутствовали представители Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков в Рязанской области. Именно последние десятилетия руководством нашей страны принят был ряд важнейших законодательных актов, заложивших принципиально новые организационно-правовые основы государственной антинаркотической политики. И вот именно планомерная и системная работа органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных институтов позволила остановить прирост количества наркопотребителей в стране, который в 90-е годы по темпам своим достигал от 25 до 50% ежегодно. Еще раз говорю, благодаря нашим общим усилиям наркоситуацию удалось в стране стабилизировать, например, на 40% сократилась смертность среди молодежи в возрасте от 15 до 34 лет. По данным государственного мониторинга наркоситуации, сегодня в стране около 8,5 миллионов человек, потребляющих наркотики с различной степенью регулярности. Это 6% приблизительно от общего количества населения нашей страны. Тогда как по международным методикам, если уже 1% населения страны имеет такой вот негативный опыт потребления наркотиков, мы можем говорить о наркоэпидемии. То есть нам наследство 90-х осталось очень и очень тяжелым. На конференции были представлены доклады ведущих специалистов регионального УФСКН, областного клинического наркологического диспансера, Министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области и ученых РГУ имени Есенина.